Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смяу. И сегодня мы будем играть в игру, где нужно пересаживать органы различные. Так, давайте я, пожалуй, это уберу. Тебе все в порядке будет, скажу. И возьму сразу шприцы, нужные мне. Да ё-моё. Как же сложно взять шприц. Ой, да, блин, клавиатура это нелегко делать. Так, я положу сразу шприц куда-нибудь. Вот сюда. На всякий случай. А этот как раз пусть иголочкой здесь. Так, открываем сердце наше будущее. Так. И теперь вот кости у нас такие. Давайте я так не делал, но хочу попробовать. Может, если прям... Нет, 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 не надо. Так, может, если прям шиндарахнуть молоточком, то что-то будет-то? Ладно, допустим. Давайте тогда возьмем шумящую штуку. Не берется. О, все. Да ё-моё. Ну и куда, и все. Мне интересно, ее вообще отключить возможно в этой игре. Так. Так. В общем, вернусь, когда дорежу эти почечки. Ой, не почки, а кости, кости, вы поняли. Итак, ну, в общем-то, я вернулся, как видите. Я все сделал. И давайте вытаскивать легкие. Так, ну да, скорее всего, легкие, да. Так, теперь печень, наверное. Почек у него нету. Видимо. Видимо, судьба такая. Хотя как он еще жив? А, так, ладно. Давайте сейчас. Надо как-то эту печень достать. Давайте все-таки. Пусть тут валяется. Это, в принципе, нам не понадобится. Итак, берем теперь пинцетик. Вот этот, допустим. Естественно, могу одним пальцем взять. Да блин. Ладно, давайте рукой возьмем. И теперь берем и... Ой, блин, а у вас очень громко все слышно. Сейчас я вам пофикшу это. Извиняюсь, если меня было не слышно почти что. Так. Хорошо, что я это хоть заметил. Ой. Чуть-чуть кровь пошла. Так, здесь отрезали, теперь вот тут где-то надо. Ай, блин, как сложно это сделать-то все. Ай. Все, отрезал, все. Сейчас. Сейчас ему укол надо. То у него кровь, кровотечение. Так, и... Все, сейчас. Так, в общем, я опять здесь. Я вернулся. И сердце я уже вырезал. Это было довольно долго. Ну, как долго? Не очень. Примерно минут
Минуты две, наверное. Надо его теперь оттуда как-то вытянуть. О. Так, давайте достать его надо. Вот оно уже и не нужно ему. Берем. Так, главное сейчас не уронить. Все. Берем и... О, в общем, мы прошли этот уровень. И получилось за 13 минут у меня это все сделать. Я думаю, вполне хороший результат. Ну и в принципе, кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, просто не ставьте ничего. Ну и так, всем пока. В общем, да. С вами был я, Смяуб. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, никого не испугал этой игрой. Тут ничего такого-то, в принципе, и нету. Ну и все. Всем пока, дорогие друзья. С вами был я, Смяуб. Желаю вам удачного вечера, дня, не знаю. Ладно, что-то долго прощаюсь. Всем пока.